Страшная авария случилась сегодня при въезде в Уфу в районе остановки «Школьная». ВАЗ 15-й модели на огромной скорости въехал в коммунальный грузовик. Погибли 5 человек из 7 сидевших в легковушке пассажиров. Авария произошла около 7 утра на первом километре трассы Уфа-Оренбург. Там столкнулись ВАЗ-2115 и поливомоечная машина «КамАЗ», уточнили в дорожной полиции. Очевидцы рассказывают, что дорога к этому времени была достаточно свободная, пока непонятно, что явилось причиной столкновения. Записи с камер видеонаблюдения изучают следователи, сообщил временно исполняющий начальника госавтоинспекции Башкортостана Олег Дмитриев. По предварительным данным, столкнулась ВАЗ-2115 и поливомоечная машина, осуществляющая уборку проезжей части. В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники госавтоинспекции, органы прокуратуры, следственная оперативная группа. Выясняются все обстоятельства данного ДТП. Известно, что в салоне автомобиля находились 7 человек – молодые юноши и девушки. Двое выжили, их в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи.